Всем солнечного и доброго утра. Добро пожаловать на мой канал. Я уже бодрствую. Моя пробежка уже позади. А вы еще сидите на диване. Уже май месяц. Скоро открываем пляжный сезон. Бегом, бегом, собираемся, одеваем кроссовки и бегом. Да, скоро уже лето. И оно так быстро пробежит. Кстати, с нашей обстановкой, ситуацией, пока откроются магазины, и даже если они откроются, с этими тестами и терминами, в общем, никакого удовольствия закупаться нету. Поэтому, раз не меняется ситуация, изменимся мы к ситуации. Все-таки я заказала через интернет купальники, потому что уже скоро лето, надо готовиться. Вот. Поэтому покажу вам. Ой, кто там? Какие-то птички. Поэтому покажу вам свою закупку. Как я обещала, показываю свой заказ, закупку, покупку. Я уже их померила, постирала, приготовила, все уже сложила. Теперь я вот покажу вам, какие же купальнички я заказала себе. 4 штучки. Обновить свой такой гардероб летний. Потому что я боюсь, потом будет поздно, когда откроют магазины, бежать закупаться. Поэтому показываю то, что купила. Вот такие вот купальнички. Вот этот желтый мне понравился. Вообще такой яркий, сочный. На загорелое тело будет само то. Тут, кстати, поролончик. Есть вот кармашек. Тут поролончик. Все так аккуратно сделано, прошито. Такие же и плавочки. На завязочках. Потом вот этот мне очень понравился, как выглядел на модели. Вот это вот все прошито ниточками. Такой вот интересный рисунок. Здесь такие вот чашечки. И на плавочках тоже такой же вот рисунок. Красиво так сделано, как будто бисером, но это вот такие вот нитки. Это вот ниточки такие. Красивый будет рисуночек смотреться на черненьком. Такие бубончики. В общем, классно. Так, следующий. Вот такой вот коричневый. Тоже чашечки очень хорошие. Прям такие плотные. И трусики. Тоже простой, с такими вот шариками. Ну и синенький. Без лямок. Просто вот такой вверх. Тоже хорошо смотрится. Держится хорошо. Тут вот такие вот липучки. И такие же вот трусики. Эти я уже поотрезала все, потому что чтобы не вылазили. Так, вот такая вот у меня новая коллекция появилась. Ждем открытия границ, чтобы поехать на море. Вот такой вот получился у меня обзор на мою новую коллекцию. Назовем ее так. Ну, я вообще-то довольна заказом. Раз все было в размере S, все подошло. Прям так идеально подошло. Я все расстраивалась. Придется отправлять, не отправлять. Вот это мне вариант этот мне не очень подходил с отправкой. А теперь вот задумываюсь. Кое-что еще и там штанишки можно какие-нибудь на лето заказать. Потому что, ну, действительно, с такими сложностями не хочется никуда вообще идти закупаться. Да. Охота вот сходить, пощупать, потрогать, провести просто как-то время по-другому. Но
Ладно, я же говорю, поменяемся мы к этой ситуации и будем делать все по-другому. Придется заказывать все онлайн. Как сказать? Научимся онлайн-шопингу. Или приучим себя к онлайн-шопингу. Вот. Ну, если это новая реалити нашей жизни, что тебе поделаешь? Ну, а я буду сейчас обедать. У меня сегодня суп гречневый. Да. У нас сегодня разгрузочная неделя началась. Близится лето, надо как-то это самое, как сказать, семимильными шагами приближаться к стройности. Ладно, пойду я обедать, покажу вам свой супчик. Супы я готовлю в мультиварке, они тогда у меня получаются такие наваристые, вкусные. И до сих пор будут теплые, если я сварю его пораньше, он все равно будет у меня теплый. В общем, всем желаю приятного аппетита. Вкусный. Вместо конфеток. На балконе сушится белье, но там солнце такое. Хочется просто пойти и позагорать. Наверное, налью сейчас чаю и посижу здесь, почитаю. Такое солнце. Белье еще у меня не высохло. До вечера высохнет, потом поглажу. Ладно, пошла я за чаем. Налью себе чаю зеленого. Зеленый чай, книжечка, посидим немножко с часик. Так, что я читаю? Что я читаю? Лермонтова, герой нашего времени. Еще пол книжки осталось. Так, Княжна Мэри. Вот. Читаю Княжна Мэри. Все буду читать. Сидеть, загорать. Увидимся попозже. Что, Ричи пришел? Тоже будешь загорать? Ну давай, давай, давай. Потягушечки у нас такие. Ой, на солнышке. Красавчик, красавчик. Давай ложись, да. Позагорай что-то. Да? Мы тут с Ричиком гуляем. Пока такая хорошая погодка, потому что непонятно. День солнца, 2 дня дождь. День солнца, 2 дня дождь. Ну вот, поэтому мы гуляем и не хочется даже домой заходить. Да. Пойдем. А я сходила, купила клубнику. Хочу сделать себе на ужин йогурт с клубникой, покушать. Покушаем йогурт с клубникой. И все. Эту неделю будем разгружаться, а то ж скоро это. Купальный сезон, купальники есть. Теперь надо, чтобы они смотрелись красиво. Надо самое... килограммчик скинуть, чтобы пресс было видно. Гуляем. Гуляем. Как березка, он распускается прям. Красавица такая большая. Одна здесь растет. Мне так небо нравится. Такое небо чистое-чистое. Такое сочное. Голубое. Прям аж синее. Алло. Алло. Еще только не хватает моря. Я надеюсь, все-таки границы откроют. И мы сможем в этом году съездить отдохнуть в отпуск на море.
Что, пойдем домой? Пойдем домой. Что, будем готовить ужин? Где мой йогурт? Натуральный йогурт. Клубничка. Вот она, клубничка. Сейчас я ее помою, нарежу, добавлю йогурт и поужинаю. Вот у меня половина еще осталась. Это я оставлю на завтра, на завтрак с творогом. Позавтракаю. Но вообще ягода вроде бы хорошая. Конечно, еще рано, да, но лучше, чем было изначально, когда только ее выставили на продажу. Сейчас она хоть более такая мягенькая, не деревянная. И запах есть. Вот мой ужин. Тарелочка получилась такая внушительная. Йогурт и клубничка. Вот такая вот тарелочка. Полненькая. Как раз мне поужинать хватит. Очень вкусно. Натуральный йогурт и клубника. Всем желаю приятного аппетита. Ну что ж, на сегодня я буду заканчивать свой влог. Желаю вам всем приятного просмотра. Надеюсь, это видео было для вас интересным. А мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока, до новых встреч!